Девочки, бибика, поехали! Тайну. Вы знаете, я устал вести концерт. Мне теперь нужно, чтобы кто-то мне помогал. И помогут мне, если у нас наши ведущие. Нет, у нас уже подготовились. Девчонки, я им уже обещал. Друзья, встречаем солисты ансамбля «Антарекс». Маркина Елизавета и Земляницына Виктория. Помощницы моей проведения нашего концерта. Не, ну так артистов не встречают, друзья. Ай, молодцы. Ну теперь можно начинать. Это студия «Виктория», «Нью Микс». Музыканты, встречаем! Встречаем громкими аплодисментами! Громче, громче, громче! New Mix! Музыкант! Закат, и там без света.
больше всего любят? Что? Когда их поддерживают. А поддерживают чем? Громкими аплодисментами! Встречаем школу черлидинга города Челябинска громкими аплодисментами! Не поеду я в лагерь скоро. Поэтому, я очень хочу, а ты?
у меня всегда была мечта поехать на море. Девчонки, так зачем ехать на море? Можно и здесь все то же самое сделать. Давайте волну сейчас пустим морскую. А кого мы с девчонками микрофоном сейчас будем показывать, те ручки поднимайте. У нас волна морская просто получится. Давайте отсюда начнем. Помогай мне. Давайте, поехали. Раз, поехали. Ручки поднимаем, 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 поднимаем. Так, слушайте, это была волна на луже в Ленинском районе. Это не серьезно, это морская волна. Нам мам, папа не помогали. Давайте еще дружнее, теперь с этой стороны. Давайте поднимаем ручки. Поднимаем, поднимаем, поднимаем. Все, все, все. Ай, молодцы, вот уже намного лучше. А теперь усложняем задачу. На кого показываю микрофончиком, тот не только ручки поднимает, но еще и кричит «Ура!». Договорились? Давайте, попробуем. Поехали. И поднимаем ручки и кричим «Ручки ручки!». Ну вот это уже на самом деле по-настоящему. Это классно. И вот так же надо вместе с «Ура!» и с ручками, с аплодисментами встречать наших следующих артистов. А будет это номер «Ивушка» от коллектива, который называется «Бэби Бум». Встречаем! Поехали! Ушкой плакучей горько загрустила. Не достать колечко из воды студеной. Суждена разлука для твоих влюбленных. Сели с ветви и банан рекой широкой. Знать судьба такая, быть одинокой. Ой, плачет ивушка на прикол. Следующий коллектив вас порадовать своим номером. Встречаем «Витамин Д». Поехали! Здесь,
сцене! А мы говорим большое спасибо друзьям фестиваля «Восмотри, какое лето» компании «Интерполис» и лично Мельникову Вячеславу Владимировичу. Давайте подарим аплодисменты Вячеславу Владимировичу. А на сцене для вас «Апельсин». Мы болеем за хоккей от всех хоккеистов и болельщиков. Аплодисменты! Поехали! Привет, Россия! Настал день решающего хоккейного матча года. Сборная России в финале чемпионата мира. Если под гром болеть, все, так нельзя. Продолжаем мы наш фестиваль «Посмотри, какое лето». Фрукты на сцене встречаем. И все дружно, фрукты! Get up, drinks down, don't want y'all stop still drinks out all over that big cheek blouse. Ain't nothing but a solid in it anyhow. Still me, how you change the sound to the other one I had just spotted it out. Switch. Get something in the background, cause you know it's all but you can do it in the background. Come on, let a mama work it hard, let me go pay, I wanna spend some money. Come on, let it like spending money.
Сейчас аплодисменты коллективу «Фрукты». Непоседа на сцене. Вместе с шоу-группой «Апельсин». А пока открою маленький секрет, совсем скоро хор Челябинской области, финалисты проекта «Битва хоров» будут выступать на этой сцене, поэтому все, кто хочет это увидеть, приглашаю сюда к сцене. Ну а сейчас стелс-шоу и шоу-группа «Апельсин». Смотри на мир наш удивительный. Это наше небо, наша родина. Мы все
летим искать цивилизации. Будет небо на земле прекрасный. Говорят, что у каждого есть свой ангел-хранитель. И сейчас вы увидите всех ангелов-хранителей, которые есть в Челябинске. Но для этого мы все должны со сцены убежать. А на сцену тем временем выбегает коллектив «Витамин Д. Ангелы». Do ya? It goes like this.
столько ангелочков, что точно для каждого зрителя хватит, правда ведь? А еще я знаю, что у нашего фестиваля есть тоже добрый ангел-хранитель от компании «Интерполис» и ее директор Мельников Вячеслав Владиславович. Ему большое спасибо за поддержку. Ну а сейчас, дамы и господа, самое интересное. Те люди, за которых мы несколько месяцев болели, они все-таки прошли финал, они один раз вернулись, и сегодня, наконец-то, в своем родном городе участники самого масштабного музыкального проекта телеканала «Россия-1» «Битва хоров», хор Челябинской области! Отлично. Друзья, вопрос такой следующий. Скажите, пожалуйста, есть ли в этом парке дети или люди, может быть, взрослые, кому сейчас 17 лет? Где? Вот девушка в очках. Как зовут тебя? Люба. Любочка, специально для тебя, 17-летняя красавица и все, кому сейчас 17, этот музыкальный подарок. Поехали! Конечно, ваши аплодисменты! Да, друзья, с вашей поддержкой будет все намного круче. Я вижу, я снова вижу тебя такой, такой.
детской мини-юбке, что мой покой, мой сон превратили, шутя, в тебя, Люба, а-а-а, я умоляю тебя. Пусть все будет так, как ты захочешь, пусть твои глаза, как прежде, горят. Я с тобой опять сегодня, этой ночью, ну а впрочем, следующей ночью, если закончишь, я опять у тебя. Девки, выходите. Тебе 17, тебе опять 17 лет. Каждый твой день рождения хочет прибавить, а я скажу нет. Твой портрет, твои дети, я расскажу им о том. Дети нашей маме снова 17. Вы просто поверьте, а поймете потом. Пусть все будет так, как ты захочешь, пусть твои глаза, как прежде, горят. Я с тобой опять сегодня, этой ночью, ну а впрочем, ну а впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. Пусть все будет так, как ты захочешь, пусть твои глаза, как прежде, горят. Я с тобой опять сегодня, этой ночью, ну а впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя, я опять у тебя. Дотянулась. Друзья, спасибо большое. 17 лет, это была замечательная песня. Но я думаю, нужно что-то поживее. Есть ли те люди, которые сейчас хотят танцевать? Есть? Поднимите руки, где? А где такие? Те люди умеют кричать? Люба, я вас вижу. Вам Люба, ты умеешь кричать? Покричи нам! А весь Челябинск сможет? Ну, я думаю, с этой песней точно будут крики, будут много аплодисментов, и особенно дети тоже должны знать эту песню. Музыка! Под ваши руки аплодисменты, поехали! Седая ночь! Музыка громче! Седая ночь! Ручки выше! А давай! Все вместе с нами! Раз, два, три! Я не знаю, что сказать тебе при встрече. Не могу найти хотя бы пары слов. Все с нами! А не долгий вечер, а не долгий вечер. Скоро станет ночью темною без снов. Поем! Темною весну, темною весну. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Поем. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. Но даже и ты помочь не можешь, и темнота твоя. Мне одному совсем, совсем ничему. Поехали, сейчас сделаем все вместе с нами. Пошли, пошли, выше. Давай. Поем. Седая ночь. Сейчас будет играть с нами. Седая ночь.
Люба, Люба, я вас вижу. Сейчас вместе с вами. Ага, ага, поехали. И опять напрасно. И опять напрасно. Только только не напрасно. Собираюсь я все рассказать сейчас. Сейчас. И опять напрасно. И опять напрасно. Что? Собираюсь все сказать сейчас. Поехали! Крутые Бог с нами! И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Давайте, давайте здесь! Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. Но даже им не помочь, не можешь и темнота твоя. Не одному совсем, совсем ничему. Не одному совсем, совсем ничему. Светлая ночь. У вас огромные светлые! Спасибо! Друзья, пользуясь случаем, сегодня же мы не просто так приехали. Спасибо, Люба, я слышал вас. Мы слышали все вас. Друзья, мы же не просто так, мы с хорошими намерениями хотели бы сегодня поздравить вот этих самых замечательных и милых людей в нашей жизни. Всех детишек, всех праздников, с днем защиты детей. Давайте эти аплодисменты подарим только детям, нашим любимым маленьким. Прекрасным цветкам жизни. Ну что ж. Друзья, приходится нам завершать сегодняшнее мероприятие, выступление и песня, которая стала, наверное, роковой для нашего хора. Я думаю, многие знают, написал ее наш композитор, наш наставник, замечательный человек Миша Бублик, которого мы очень любим, и который, кстати, передает всему Челябинску большой привет. Песня называется «Скажи нет». Вот и заговори стихами. Поехали. Скажи нет, скажи мне, серьезно, не поздно. Скажи мне, не тогда, как будто не было любви, и не надо. Прости, но не смог, не сумел, не посмел. Скажи ты, не тогда, как будто не было мечты, и не было. Давай, давай, вместе с нами.
программы, конечно же, в конце, как обычно, звезды кланяются, зал аплодирует. Любим вас, Челябинск! Спасибо!